праздничных нарядах с выпускной лентой наперевес. 9 А и Б классы выстроились на торжественную линейку по случаю окончания учебного года. Праздник открывает короткометражный фильм о школьной жизни с благодарностью самым близким – учителям. Сейчас мы выпускники, и благодаря вашим стараниям идем во взрослую жизнь спокойно и с радостью. Те, в свою очередь, тоже не остаются в стороне. Первые учителя поздравляют выпускников и вспоминают, как еще недавно эти дети переступали порог первого класса. Каждый из них пойдет своей дорогой. Например, Лейла Шарафутдинова твердо решила покидать родную школу и поступать в медицинский колледж. Ну, душа к этому лежит. Жалко, но все-таки рано или поздно нужно будет расстаться, поэтому уже пора. А Юлия Старченко пока не готова расставаться со школьной скамьей и одноклассниками. Говорит, еще есть чему поучиться. Я остаюсь в 10 класс, потому что еще не научилась, еще скучаю по школе, поэтому решила остаться еще. Впереди испытания экзаменами, но сегодня у них праздник. Возможность забыть об уроках, контрольных работах и о том, с какими сложностями на пути еще предстоит столкнуться. С напутственным словом для выпускников родной первой школы выступила директор Галина Болотова. Я вам хочу сказать, не бойтесь ошибаться. Какое бы вы решение ни приняли сегодня, его всегда можно изменить, потому что жизнь не стоит на месте. И многие из нас, выбирая свой путь давно-давно, несколько раз уже его видоизменили. Торжественные линейки, посвященные последнему звонку в школе номер 1, продолжатся. Впереди выпуск у 11-классников. В этом году полное общее образование здесь получили 28 учеников.